Привет, ребята. Доел мне немножко снимать на телефон. Микрофоны там хорошие, но очень тихие. Чувствительность очень тихая стоит. Можно вытаскивать, но все время приходится плюс 300% делать, 400. Это, конечно, Asus там ступили. Обзор еды, дешевые опять огурцы, 45 рублей, но они подсушены немного, вот у них зад, видите, не совсем свежий. Но больше дефектов никаких нет, в том же сраном перекрестке под 100 рублей. Так, он фокус вообще ловит или нет? Киви 40 рублей, но здесь есть такая опасность, что они могут быть не то что гнилыми, но такими уже безвкусными совершенно. То есть они не совсем свежие, естественно, ну, у новых цена 100, а у этих 40, потому что они немного помяты и вкус у них уже не такой яркий. Но более-менее нормальные. Так. И хурма. Не знаю, как этот сорт называется. Так, он фокусируется или нет? Так. Я решил хурму не покупать, потому что часто попадается вязкая. Мне не нравится, это противно. Вязкий виноград, вязкая хурма стоит все равно даже дешево. Я бы не сказал, что так дешево. Это вот стоило 60 рублей. Но решил я опять рискнуть. Может быть, будет не вязкая. И тогда я ее съем. Ну, еще у него вид такой прикольный, какой-то такой квадратно-круглый. Так. На этом все. А, блин, забыл показать, все время забываю. Какой-то один вид показать. Так, сейчас как тут паузу можно нажать. Ё-моё. Здесь паузы, что ли, нету в этом фотоаппарате. Морковка мега дешевая, мытая, 10 рублей. Нормальная, без дефектов. Не, сейчас надо показать. Сейчас. Тогда паузу нажму. Так. Нету паузы. Фотики, старый фотик какой-то, древний. Но зато оптика хорошая. Вот морковка. Отличная. Мытая, не пришлось даже мыть, 10 рублей. Мытая рублей 30-40 сейчас стоит, ноябрь. Никаких дефектов нету вообще. Вообще нет дефектов. Хорошая морковка. Ну, единственное, что бывает, вот она трескается. Надо смотреть, чтобы меньше было таких трещин. Тут тяжело потом чистить будет вот это место. Это просто отлично. Морковка пригодится. Всегда куда-нибудь пригодится. Ну, всем спасибо. До свидания. Это был обзор очередной дешевой еды. Будьте внимательны. Часто дешевое бывает с подвохом. Пока, ребята. Подписывайтесь, ставьте уведомления. И тогда мы быстренько революцию сделаем.